Татарский народный хор снова в родных стенах. Коллектив старше самого ДК, для нынешних участников дворец «Второй дом». Рустам Миниханов, осматривая обновленное здание, не упустил возможность запечатлеть хор на видео, а его участники выразить благодарность. Можно было сравнить этот дворец только оперным театром. Она была так красива, вот со временем, вот все ведь стареет, все это. А вот сейчас все восстановили. Даже люстры по старым традициям, вот они красивы, они напоминают нам бывший дворец. В родные стены вернулись 2000 участников кружков, клубов и ансамблей, которым на время ремонта пришлось переехать в ближайшие школы. Сегодня открытие дворца отметили большой елкой для малышей. Мне интересно все, я хочу танцевать, я хочу тут заниматься. Он стал гораздо лучше, раздевалка стала новая. Невероятно, не верится, то, что наш Деколенин стал такой красивый. На капремонт почти 350 миллионов из бюджета республики. ДК успели полностью обновить, начав работать лишь 3 мая. Главной задачей было сохранить узнаваемый советский стиль. Даже роспись стен не меняли, а реставрировали. Зрительный зал почти на 800 мест. И первым делом Рустам Миниханов идет к батареям. В огромном помещении ощутимо прохладно. Так как нет кресел, нет одежды сцены, оборудования, нет занавесок, безусловно, там будет прохладно. Надеемся, после того, как будут установлены кресла и придут люди на мероприятие, будет очень тепло и по температуре, и в душе. Кинозал на 200 мест пока тоже пустует. Когда появятся зрительские кресла, киноэкраны, оборудование еще неизвестно. Но ясно одно – зал в ДК Ленина станет для Казани первым муниципальным кинотеатром. Форма новая, теперь дело за содержанием. Уже сейчас видно, что современные достижения грамотно дополнили историческое наследие. К примеру, здание полностью оборудовано для людей с ограниченными возможностями. Анатолия Марасыт-Гараев, ТНВ, Казань.